А что государство сделало для мигрантов? Да ничего. В России, если я не прав, если вы знаете, мне этот, Россия, да, бүгүндө 3400 чейин мигранттар турмада турал. 3400 чейин. Вы когда-нибудь слышали, что Министерство иностранных дел или официальное правительство поднимало этот вопрос? Защита наших мигрантов, создание для их пребывания в чужих странах, создавать какие-то условия. Никто никогда не поднимает. Хотя они нас кормят. Поэтому, когда вот недавно слышали вот это устойчивое развитие, да, как-то она называется, вот эта программа. Да, я посмотрел, почитал, запустили 4 маленькие завода и Талдыбулак левобережный. Больше ничего. Талдыбулак левобережный, еще он продукцию еще не давал. Планирует в этом году или в следующем году. Жеруй. Жеруй, да, биздин, наша доля Кыргызалтына составляла 40%. 60% была продана Визор, да? Визор, казахская компания. Сегодня казахская компания Визор за свои 60%, по разным данным, получил от 160 до 300 миллионов долларов. Это разные данные, я не могу подтверждать. А Кыргызстан лишился 40% и получил всего лишь 100 миллионов долларов. Это афера?